Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. И сегодня у нас вышло обновление в Майнинг Симулятор. Наконец-то мы этого дождались, нам вернули торг и кучу вкусных штучек. Давайте посмотрим, что же именно у нас ввели, и с вами ведем еще сегодня 6 легендарных кодов. Поехали! Итак, по обновлению вернули торг. Смотрим, хорошо, торг у нас вернули. 3 новых реберс бэкпака. Посмотрим. Новая бомбочка. Угу. Новый мистический уровень. Неплохо. 4 мистических питомца. 6 мистических шляп. Ничего себе. Взрывчатку можно использовать вместе с инструментами. Новые майнинг ранги. Нифига себе. И новые слои динозавров на острове. Неплохо. Поехали. Итак, с чего начнем, друзья? Начнем, наверное, с того, что сейчас ведем сразу коды. Итак, у нас появилось 3 новых легендарных кода. И 3, друзья, с прошлого обновления. Ну что, погнали. Итак, первый код у нас, друзья, вот такой. Вводим. Бонус. И получаем с вами вот такую вот штуку. Легендарную вот коробку на скинчик. Поехали дальше. Поехали дальше. Вот такой вот кодик. Level. Вводим. И получаем шляпу. Легендарную, друзья, коробку с шляпами. Это просто нечто. Это офигенно как круто. И теперь, друзья, у нас секретный код. Секретный код на легендарное яйцо. Вот такой, Secret Egg. Круто, и получили легендарное яйцо. Также есть еще один небольшой кодик, друзья, на 5000 коинов. Вот такой код, Trades. Получаем 5000 коинов бесплатненько. И, друзья, прошлые коды, с прошлого обновления 3 легендарных кода. Я уже выкладывал видео по этим кодам, но мало ли кто-то пропустил. Код 100 миллион. Это на легендарный скин. Следующий код. Rebirth. Вот такой. Это у нас на легендарное яйцо. И еще один код. Gamer, друзья. Вот такой вот код. Это на легендарный ящик с шляпами. Хлоп. Вот такие вот коды, друзья. Обязательно поставьте лайк под видосик, нажмите на колокольчик, подпишитесь на канал и пишите свои комментарии, друзья. А мы посмотрим, что же у нас именно в магазине. Итак, так, что у нас здесь? Вот, да-да, Rebirth Shop, надо сюда нам обратиться сразу. Так, это у нас было. А вот этого и не было, друзья. Вот эту взрывчаточку нами добавили. Размер взрыва 14, неплохо. И ой, нифига себе сила, друзья. Вот эта взрывчатка сильнее, чем взрывчатка за донат. Смотрите, 1250 и 14 радиус. Давайте сравним. Где же наша взрывчатка? Так, 1250 и 14 радиус. Смотрим. Где же донатовская взрывчатка? И вот. Здесь радиус на 2 больше. Но сила здесь, блин, в 2,5 раза меньше, друзья. Это капец, это какой-то капец. Смотрим, что там еще у нас есть. Rebirth Shop. Итак, легендарная коробочка. Это было, это тоже. Да ладно, мистическое яйцо. Смотрите, какое обалденное. Я его хочу прямо сейчас забрать. 3000 вот этих вот новых коинов за Rebirth. Это реально много. Так, что у нас есть дальше? Мистическая шляпа. Вернее, коробка с мистической шляпой. Неплохо. Вот это, конечно, они дают жару. Так, дальше у нас. Добавили ведра. Теперь ведра можно покупать за эти коины, и Неос будет оставаться, как, скажем так, бесконечные, друзья. Такое ведро. Инферно пак. Ничего себе. Смотрите, делюкса 6000. Просто смотрите, как оно блестит. Не знаю, молниями переливается. Так, это что у нас такое? Это у нас взрывчатка, это мы видели. Так, что у нас дальше? У нас здесь дальше тризубец. Это было, это тоже штука была. Все. Остальное, друзья, все было. Также у нас вернули торг. Смотрите, теперь я могу кинуть торг кому угодно. Но после того дюпа вещи-то позабирали. Так что давать-то толком и нечего, друзья. Так, что у нас еще? Посмотрели мы Rebirth Shop, посмотрели. Бомбу новую мы с вами увидели. Новые мистические вот такие вот штуки мы так увидели. Где они? Ага, в магазине мы же их увидели. Кстати, вот они продаются, вот здесь еще есть, смотрите. Так, вот они. Ага, здесь нет. Ладно, где у нас? Вот шляпы, 300 робоксов стоит. Ничего себе, 300 робоксов. Вот это да.
Так, дальше что у нас есть? И питомец. Еще 300 робоксов. Друзья, если наберете много-много лайков, давайте 1000 лайков набираем, я покупаю вот эти вот, вот это яйцо по любасику. Будем вылуплять, что там за зверь такой сидит внутри за 300 робоксов. Мне очень стало интересно. Итак, что у нас еще есть? Новые ранги. Боже мой, я миллиард копал, а теперь нужно копать 10 миллиардов, друзья. 10 миллиардов. Интересно, есть ли у кого-то 10 миллиардов прокопанных? А, есть, 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 смотрите. Максимально сколько у нас? Максимально 15. То есть всего там раз, два, три, четыре, пять, у 7 человек будет вот такой вот ранг. Это максимальный. Называется брух. Вот и что такое жизнь. Это у нас за сколько? За 5 миллиардов блоков. Обалдеть, друзья, это просто круто. Итак, кстати, у нас еще добавили возможность использовать оружие и взрывчатку одновременно. Хотя с донатовской бомбой это было всегда разрешено. Но, вы видите, уже бросают торг. Давайте проверим с обычной бомбой. Так, заходим. Где у нас обычная бомба? Нужно купить обычную бомбу. Смогу ли я использовать ее одновременно со взрывчаткой? Ну как одновременно? Бросать вы не сможете одновременно? Так, покупаем. И где она? Да, друзья. Теперь можно бросать взрывчатку и использовать инструмент. Например, бросаем взрывчатку. Пока она пикает, мы себе там, например, копаем. Она взрывается, берем взрывчатку, ставим телепорт, убираем телепорт, опять копаем. А взрывчатка взрывается. Отлично, друзья. Это хорошо, что они добавили. У донаторов была раньше такая возможность, а они теперь добавили эту штуку. Так, что у нас еще есть интересненького? Да, кстати, друзья, добавили тем, у кого есть бесконечный рюкзак, такую штучку. Раньше вы, например, пошли копать такие, спустились глубоко-глубоко. Но это, опять же, для тех, кто купил бесконечный рюкзак. Смотрите, копаем, копаем, копаем. Раньше как нужно было делать, да? Прокопали глубоко, выходите и бежите продавать то, что вы накопали. Теперь такого уже нет. Но это для тех, у кого... Так, почему у меня эта штука горит постоянно? Для тех, у кого есть бесконечный рюкзак. Теперь вы, например, прокопали глубенько, прокопали. Давайте немножко прокопаем. Так. И после этого, знаете, что появилось? Вот такая кнопочка. Sell. То есть вы нажимаете, и вы появляетесь прямо на месте продажи. Ну как вам? Как вам? Мне кажется, прям вообще супер. Так, что нам сказали? Есть динозавровые земли новые какие-то интересные. Давайте взглянем одним глазком, что у нас там такое. Ну-ка, есть кто-то уже прокопал? О, нет, друзья. Здесь у нас никто не прокопал. Написано, что новые какие-то штуки добавили. Новые слои динозавровой земли. Так, интересно. Давайте просто немножечко посмотрим, что же у нас здесь есть такого. Так, это мы с вами все видели. Это мы тоже все видели. Так, мне кажется, что у меня питомец... А, питомец со мной. Так, стоп. Это... Что была за фиолетовая штука? Чуть я не видел. Единственное, в динозавровом острове... Я опять выкопал ее быстрее, чем нашел. Так. Вот какие-то косточки рыбные были. Вот эта штука, амбер. Она была. Точно. О, фиолетовая опять штука была. Я не помню, фиолетовая была или не была. Так. Опять она мне попалась. Что это у нас такое? Халит. Мне кажется, он был, друзья. Так, давайте посмотрим, что у нас тут за блоки-то такие сверхкрутые, что они написали, что они добавили. Прям тут капец, то столько всего новенького. Так, черненькое было. Зелененькое. Зелененькое было точно, это я помню. Я здесь очень много времени провел, пока выкапывал миллиард блоков. Итак, рыбки всякие тут, скелетики, это все было неинтересно. Правда неинтересно. Так, опускаемся ниже. Что у нас еще здесь? Так, земля 1700 плотности. Но это нас, этим нас не удивить, друзья. Так, спускаемся ниже. Красная земля, Стоп. А это что? Пюрит? А вот мне кажется, пюрита-то и не было. Ну хотя я могу ошибаться, друзья, напишите в комментарии, был вот этот пюрит или его не было. Спускаемся ниже еще. Я хочу докопаться до новой земли. 220 блоков уже прокопал. Нужно, друзья, покупать новенький меч. С вот этим вот, с вот этим пукалкой здесь мне ничего не светит. Так, давайте мы поставим бомбу и сделаем вот так продажу. Па-бам. Так, надеюсь, мне хватит на новую пушку. Вернее, на новую, на старую пушку. Но топович у меня сейчас находится в руках. Так, вот такую штуку мне надо. 700 миллионов для меня стоит. Обалдеть, скоро миллиард будет стоить. Так, а теперь нажимаем, что оно? Телепорт. Все, и мы на месте нашего копания. Нужно вот эту штуку убрать. Ну-ка, вот теперь я понимаю, я копаю нормально. Вот теперь я хорошо. Так, 15 тысяч плотности. Интересно, скелеты всякие. Я так понял... Халит.
Я так понял, новеньких ресурсов не добавили. Возможно, просто добавили новую землю, которая будет просто на огромной глубине. Так, 22 тысячи у нас плотности. Максимальная плотность была здесь раньше 37,5 тысяч. Друзья, разработчик перезагрузил карту, я не смог докопаться до нужного места. Кто уже докапывался, напишите в комментариях, на каком блоке начинается новая земля. А мы с вами это посмотрим в следующем видео. На сегодня я заканчиваю, с вами был Робзи. Хорошее настроение, спасибо за просмотр и всем покедова!